На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелейшие бои. Туда брошены все сейчас силы российской армии, все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно выстраивать переправы для переброски техники. Технику, правда, мы уже видим, что техника устаревшая, но тем не менее ее много. То есть понятно, что расконсервированную технику достали. Это даже не Т-64, это Т-62. То бишь, понимаем, что, в принципе, достаются уже такие самые дальние какие-то резервы. Потери у них там достаточно большие, потому что оттягивают некоторые батальонно-тактические группы, просто их выводят для того, чтобы восполнить состав, потому что огромное количество и потерь, и раненых тоже. Много раненых они не довозят, потому что больницы переполнены, морги переполнены. Ну и периодически хорошо работают, ну, давайте так, скажу просто наши защитники, не буду акцентировать внимание, кто именно, но в последние несколько дней большое количество складов в тылу именно врага взрывается, и там уничтожается огромное количество как боекомплекта, так и топлива для того, чтобы заправлять как раз тяжелую технику. Это дает возможность, в принципе, предположить, что где-то на каком-то этапе они чуть подвыдохнутся.